О, захват. Это было прикольно. Ничего не захват. Я тоже хочу с Колей. А можно нам? Ну-ка, с Колей, вот, возьми. А можно мне против Ильи Тараса? Ильи Тараса. Коля, выходи отсюда, Коля, ты, чё, ногами, ты совсем не борешься нисколько. Да. Ваня против Ильи Тараса. Да вот я кого-то у тебя. Ну, против Ильи Тараса, наверное. Можно я против Ваня? Ты совсем не борешься. Можно я против двоих попробую? Тарас улыбается. Еще раз. Иди сюда, Коля, иди сюда, уйди. Сарин, иди туда. Боится Степашка. Степа, Стёпа, у меня так увидел. На земле не надо валять. Ваня против Коли. Где он меня схватил? Я хочу с Стёпой. Ваня, может, сразу против Давай двоих? Еще. Да, может, мне против двоих сразу. А Ваня против Давайте. Я не впадаю, я не впадаю. Ну ничего. Так, смотри. Тарас опытный. Еще один. Я хотел со Стёпой. Да стой еще три раза. А сейчас ему надо. Че ты сразу? Не началось. Ему надо сейчас Тарасу с победителями. Давай, отпусти его. Кто с проигрышем? Давай, Игорь, Илья. Тарас, я если ее не справлюсь, давай. Я стараюсь. Давай, Тарас. Я проиграл. Еще один раз. Че, три раза? Тарас, не поддавайся, Тарас. Давай. Не, я Тарас. Да не стыкуй. Тарас, давай. Тарас, не стыкуй. А ты мой тапок, что ли? Опять стыкуй. Давай. Коля. Тарас, можно я против двоих сразу? Аня может сразу против двоих. Да я не могу. Будет так честно. Тарас, давай. Ну, хотя бы в одном раунде победили. Давай. Тарас. Ах ты. Тарас, мочи его! Вообще там не помочь, Тарас! Шарик! Шарик. А куда я свою кепку взял? Где? Ты ж туда заходил. Смотри там. Вон. Садись, теперь смотри. Про подводников. А что, книгу Илая, Игнать, мы сегодня хотели? Книгу Илая, это лучше посмотреть. Я не знаю. Я не просил это включать. Кого? Вот эту, про подлодку-то. Я ее видел. Ну, так вот я говорю, книгу Илая включи. Ну, ему скажи, как там это. А я что? Вы же хотели ее сами посмотреть. Ну, да. Ну, смотри. Никита, говорят, этот фильм не надо уже. Книга Илая, залезай.
Это книга Илая. Ты вам не мешаешься здесь. Тебя пересадить надо. Да я... Сейчас давай тебе белая, не бойся. Это фильм не снимает, это...